впечатления от концерта очень большие, море эмоций, все очень понравилось. Большое спасибо Осман ага, Сиран ага, Эскендер ага, за то, что они исполняют такую чудесную музыку. Не дают забыть нам историю, все, что было с нами, не дают забыть нам, кто мы есть, что мы крымские татары, где наша родина. Мы не должны этого забывать. В хип-хопе и в рэпе, который был исполнен, это вот то, что происходит сейчас в крымско-татарском обществе, оно зеркально отражается. Этим это направление мне и нравится. Соответственно, ребята, которые старались сегодня и сделали нам этот концерт и такой подарок, они пек машала баллар, чох саунс. Мы будем ждать еще концертов. Честно сказать, не рассчитывал. Лично я не рассчитывал на такую публику, на такие эмоции вообще. Это было, ну, что-то реально грандиозное. Мне очень понравилось. Думаю, ребятам то же самое. Мы выкладывались на все 100%, как, ну, в принципе, и рассчитывали. Очень безумно было приятно видеть каждого, всех там соседей, родственников, братишек, маленьких сестер, там больших бабушек, дедушек. Было очень приятно реально видеть в зале. Очень приятно. Бүгінгі заманға бақсақ, жоқ проблемлер бар. Ем Қырыммен бағылы, ем милетімізден бағылы, ем башқа бөле іштимаи социалын меселерінен бағылы. Оншын бұны ачықламақ үшін бүгін әлбетті кетірішамыз бе адымлар япамыз. На данный момент для нас это актуальная тема. Это самая актуальная тема, и мы как бы будем всегда пытаться сделать, ну, для нашего народа что-то полезное, для нашей молодежи, чтобы эти люди росли и знали, понимали, и своим детям прививали. Это любовь к родине, любовь к своей нации. Такого масштаба именно сольного рэп-концерта это первый в Крыму, да. Но дальше, я думаю, еще будет лучше и круче.